А начнем мы этот музыкальный сюжет с вопроса к словачанам. Всего 90 человек пришло на благотворительный концерт рок-группы солистов Славутича в киноконцертный комплекс. Что помешало вам отложить трехдневную подготовку к новогоднему пиршеству и прийти на концерт, чтобы получить удовольствие, добавить настроение, послушать любимые хиты всего за $2? У нас ответа нет. А дальше просто фрагменты из концерта «Семь нот до Нового года», с концерта, на который вы не пришли.
ближе, загадай желание, ну и мое исполнить обещание. Пусть висит посуду с ней всегда, удача нас любит и обходит беда. И пускай любовь сумеет пережить холода. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save it from tears, give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save it from tears, give it to someone special. Я приглашаю всех участников сегодняшнего концерта «Голоса». Я тебя поздравляю, с Новым годом желаю, чтобы снова под снежник улыбалась ты. Праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Надеюсь, наш концерт вам очень понравился. Всі ці люди з великим задоволенням збиралися ввечері для того, щоб порадувати вас і порадувати діток, діток Славутича. Тому зі святом, з Новим роком і всі ці подарунки ми обов'язково передаємо. Ми зібрали, до речі, всього-навсього 4,5 тисячі, але все-таки це гроші. Тому з Новим роком, миру всім, злагоди, щоб у наших дітей завжди було сонячне небо над головою. З Новим роком вас! Thank you.